Бесплатное пиво. Какой-нибудь дурачок польстится на пиво, а на деле получит арбузом по тыкве. Арбузом без косточек. Тише, не порти момент. Господи, бесплатное пиво. Боже. Спокойно, Барри, спокойно. Помни программу 12 шагов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Неплохо, мальчики. А сейчас, как говорят автомобили, бип-бип. Все в городе нас уже знают. Нам бы новичка для розыгрыша. Красота! Свежее мясо! В мясе важна не красота, а вкус! Привет, ребятки! А я Хауэлл Хьюзер. Катаюсь по стране и везде, как дома. Наверное, ваш город полюблю. Все вам покажем, если вас не смущают гиды местного разлива. Местный разлив мой самый любимый. Арбуз! Давайте сажать семечки. У него их нет. Радиоактивно? Это значит, здесь мы предаемся радиоактивности. От такой радиоактивности здоровье только польза. Знаете, рыба у нас совсем ручная. Корм берет из рук. Привет! Привет, дружок! Долго я этого не вынесу. А не осмотреть ли нам местную больницу? Думаю, пластинка жвачки вам поможет. Раньше всегда помогала. Помятый палец. Вместо мяты довольно. Я улыбался 47 лет, а вы двое загубили мой рекорд. Позор тебе, и позор тебе, и позор всему вашему невоспитанному городу. Всем позор. И тут парень нас позорит. На такой удар мы ответим ударом. Чучело! Пошел вон отсюда, позорник! Пап, я пойду на рэп-концерт. Пошел к черту. Ладно, а если я сам заплачу? Тогда на здоровье. Я люблю тебя, папа. Я тебя тоже, Джерри. Мешковатые штаны, незавязанные шнурки. Ты что, на рэп-представление? А то куда? Ну, убей ради жизни. Врубилась? Разумеется, но я против стиля рэп. Он поощряет драки, грубость и неуважение к тёлкам. Мам, отвали. Рэп — это поэзия улиц. Барт, ты не пойдешь на концерт, где звучат грубые слова. Но папа мне уже разрешил. Неужели? Гомер, ты сказал сыну, что рэп-концерт не лучшее место для мальчика. Сынок, мама громко говорит умные вещи. Но ты сказал, что я пойду, если куплю билет. Сын, я все объясню в понятных для тебя выражениях. Ты поступил как мужчина, спросил у отца разрешения, но твоя мать полезла в бутылку, и я изменил свое отношение. С Мардж лучше не спорь, она умнее ребенка. Лучше завтрак свой заверни вот в эту пленку. Малыш, малыш, мамин малыш. У всех моих бед есть жирный ответ. Папа, ты меня продал. Но я заплатил за билет, значит, я взрослый. Я пошел. Люблю тебя, красти сласти. Зачем мы так нарядились для ужина с тетей Петти? Затем, что она кое-кого приведет. Спутника жизни. Это что, реалити-шоу, где парню платят миллион за то, что он женится на тете Пэйте и проводит медовый месяц в коробке со змеями? Сынок, ничего глупее в жизни не слышал, но я знаю, кто за это заплатит.
Вы позвонили на канал Fox. Если вы хотите предложить шоу, где жадные бабы получают по заслугам, нажмите 1. Если вы хотите предложить украсть шоу с другого канала, нажмите 2. Только не вешайте трубку. Ваша нелепая идея — это все, что у нас есть. Вообще-то, ваша тетя выходит за очень счастливую женщину. Но ты говорила, тетя Петти ждет подходящего мужчину. В отличие от тебя, схвативший первый попавшийся бурдюк. Уточнение. Первый бурдюк, сделавший ей ребенка. Папа, серьезно, я волнуюсь. Сел бы ты на диету. Ах ты, гаденыш. Подмени меня. Без Барта неинтересно. Он, когда это делал, на меня смотрел. Смотрю и сейчас. Барт! Похитители где-то рядом! Все может быть. Жизнь непредсказуема. Но в данном случае я всех обманул. Зачем? Ты злишься на меня? Нет, при чем тут ты? Я никогда ни при чем. Слушай, мне нужно спрятаться, пока шум не уляжется. У моего папы дома ни шума, ни отопления. Он из моих игрушек пальто себе шил. Приют холостяков. Спрячься в моей комнате. Папа не узнает, он на работе. Пошли вон, это не ваши бобы. Эй, я смотрю.